решила с вами вместе распаковать. Так. Даниэла Facial Therapy. То есть терапия для лица. Вытаскиваем. И здесь вот такое вот. Такой массажер. И... Упс. Надо было подготовиться. Ой. Не вылазит. Крем. Сейчас, секунду, вытащу его. Вот, вытащила. Такие вот золотые частички. Шикарные. Витамин С. Это эссенция Face Serum. То есть серум для лица. То есть такой вот вытяжка, которая очень полезна. Что здесь есть? Не могу прочесть. Но вижу, что витамин В, витамин С, касторовое масло, какой-то collodial gold, то есть какое-то вкрапление золота. И много-много всякой всячины, которую я никогда не читаю. Не знаю почему. Мне нравится, когда что-то визуально, я просто беру и беру. Так. И вот такой вот массажер. Он еще с таким превентивным эффектом, то есть все предохраняет. Такие маленькие иголочки, как на граммофоне. И они должны так вот кататься по лицу и делать хороший овал. Ну что ж, вы напишите обязательно подробно, кто такой использует, как его, с чем едят, как говорится, с чем его используют. И потом мне обязательно расскажите. А я, наверное, скоро начну им пользоваться, как только вы мне напишите комментарии. Кто-то мне писал до этого, что какую-то нужно гиалуронку купить. Ну уж я не знаю. У меня уже совсем остатки этой какой-то гиалуронки. Но я ее извела. А как дальше быть, я не знаю. Жду вашего совета. Всем всего самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока.